Ночное дежурство врачей и медперсонала госпиталя ветеранов войн в воскресенье закончилось необычно. Их встретили члены регионального отделения партии «Единая Россия» и поздравили с профессиональным праздником. Всех коллег, пользуясь случаем, поздравляю с Днем медицинского работника, с нашим профессиональным праздником. Здоровья всем, счастья, успехов в нашем нелегком труде. Коллективу госпиталя вручили праздничный торт, а также каждому цветы в горшочках, которые можно высадить дома или в палатах, чтобы они дольше радовали глаз как врачей, так и пациентов. Сегодня, конечно же, нам всем благодарным пациентам хочется сказать слова благодарности. Спасибо им за их труд, за то, что они делают. И вот хочется, чтобы тепло нас, пациентов, защищало в первую очередь людей, которые спасают наше здоровье. К праздничной акции присоединились и поздравили врачей в своих районах представители партии во всех муниципальных образованиях Самарской области. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.